Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я, Вика. Сегодня у нас вот этот вот из опроса чепчик, девчонки. Вы знаете, сначала я относилась к нему скептически, потом меня отпустила, я так призадумалась. Вот, потом в процессе вязки он мне понравился, девчонки, вот правда. В общем, вы видите фотографию, ту, которую я взяла за основу. Это не точная полная копия, это как бы мое видение этого чепчика. Вот что у меня получилось. Пряжа у меня Ярнарт Альпины Альпака. Один моток, там пряжа... В общем, там в мотке 150 граммов, вот как раз и хватит вам на эту шапочку, на этот чепчик. Вот. Что еще хочу сказать? Что понравилось мне. По итогу она мне понравилась. Фотография вот на женской голове, она у меня по размеру как детская, девчонки, поэтому... Вот так вот она лучше смотрится на мужской, потому что мужская более по размеру подходит под женскую. На себе я, конечно, фотографировать не рискнула. Сейчас найду, может быть, модель помоложе и сфотографирую. Я потом в сообщество вам оставлю фотографии, либо отдельный маленький ролик сделаю. Но я ее обязательно сфотографирую. На данный момент вот такую вот... мастер-класс я вам предоставляю, потому что еще как раз самое время вязать шапки, еще не поздно. Вот, мастер-класс по петельной, все четко посчитано у меня. А, шляпку, которая была в вопросе, я тоже свяжу, так что буквально очень скоро будет эта шляпка спицами, панама спицами. Так что она тоже будет, просто вот первый вклинился у меня в план этот чепчик. Что я вам должна сказать, что он достаточно популярен. Многие сейчас вяжут эти чепчики и носят. Шлемик, чепчик, его можно использовать как капюшон, тоже его снять с головы, потому что он застегивается, вы его сняли, на шею одели при надобности. Так что двойную функцию он как бы выполняет, что вполне себе удобно, да? Ну все, девчонки, давайте мы начинаем. Вот такая вот модель у нас. Вот, я вам желаю удачи. Итак, мы начинаем, девчонки, с того, что набираем 8 петель на спице 4,5 миллиметра. Так, вот первый. Я набираю обычным способом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь делаю узелок. И вяжу резинкой 1 на 1. Первую петлю снимаю, вторая, вернее, далее 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная. И последняя, кромочная, всегда мы вяжем изнаночными. Второй ряд. Первую снимаем. Здесь, где была лицевая, мы вяжем изнаночную, где у нас изнаночная, вот такой вот узелок, вяжем лицевую. То есть мы меняем в шахматном порядке. Это для тех, кому не знаком этот узор. Но я думаю, все начинающие вязальщицы начинают с этого узора. Далее третий ряд. Все то же самое. Меняем местами. Вот где лицевая, там вяжем изнаночную, где изнаночная, там вяжем лицевую. Четвертый ряд то же самое повторяем. У нас по большому счету первый и второй ряд повторяются. Итак, я провязала 6 рядов ровно. Давайте сразу буду писать. Значит, здесь у меня 6 рядов. 6 рядов. Далее я буду добавлять петли вот таким вот образом. Вот 3 петли. 3, 3, 3, 3. Значит, вот сразу в шестом ряду в конце я добавляю 1, 2, 3 и поворачиваю, первую петлю снимаю, как обычно при вязании. Далее вот смотрю, значит, здесь у меня будет лицевая, видите, здесь изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот таким вот образом я определяю, какую петлю я вяжу. Изнаночная, лицевая, изнаночная, и так до конца ряда. Так, следующий ряд мы просто вяжем по узору. Эти 3 петли у нас остались здесь. Так, довязываем до конца ряда. По узору здесь у нас лицевая, значит, мы ее вяжем лицевой, потому что это не кромочная. Здесь мы снова добавляем 3 петли следующие. 1, 2, 3. Считаем здесь. У нас вот лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Первую петлю снимаем. Лицевая и до конца ряда. Так, у нас уже 2 раза мы добавили, вот 3 и 3. Лицевая, здесь последняя изнаночная, 3 петли добавляем, 1, 2, 3, поворачиваем, это мы 3-й раз уже добавили, ой, а здесь у меня 6 раз. Так, здесь у меня изнаночная, лицевая, изнаночная, то есть одну петлю снимаю, начинаю с изнаночной, лицевая, изнаночная. Так, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, 13-й ряд. Нет, не 13-й. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12-й. Сейчас 12-й у нас ряд. Еще 3 петли добавляю, также 4-й раз. 1, 2, 3. 13-й ряд по узору. Изнаночная, лицевая. Сейчас мы начинаем с лицевой. Ряд по узору, у нас раз, два, три, четыре раза добавим. И снова добавляем 3. Раз, два, три. Так, здесь вяжем по узору 15 ряд. Так, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, с изнаночным начинаем. Итак, вот что у нас получается. Мы еще провязываем ряд в эту сторону и оставляем вот эту деталь. Это у нас, сейчас скажу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ряд. Я просто его провязываю и оставлю на спицах. Все, теперь вот здесь вот я отрезаю ниточку, я ее вот, знаете, вот так вот раз, почему я просто не обрезаю, чтобы потом она у меня красиво заделась. Что я делаю? Что у нас есть? Давайте начнем с того, что у нас есть. У нас есть вот эта вот часть детали. Вот мы провязали 8 петель и 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 раз мы добавили, сделали добавление. Теперь мы вяжем вторую деталь. Вот точно такую, точно так же мы набираем 8 петель. Так. Я это оставляю здесь вот. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, далее поворачиваемся и вяжем первую. Все 8 петель жемчужным узором. Кстати, видите, что творится? Я забыла сделать узелок. Шестой ряд. В седьмом ряду мы будем делать дырочку. Для этого 1, 2, 3 петли провязываем. Далее что мы делаем? Мы вторую петлю продеваем через первую, одеваем снова на левую спицу и еще таким образом еще раз мы вторую через первую. Так, и сейчас добавляем 2 петли, 2 воздушные, раз и 2. То есть мы закрыли 2 петли, мы добавили 2 петли и далее вяжем по узору. Давайте я нарисую. Это у нас в 7 ряду дырочка. Вот. Далее мы вяжем, вклиниваем эти 2 петли в узор, то есть провязываем их вот по узору: изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, кромочная. И вяжем далее. Итак, у меня провязано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 рядов. Так, всего у меня здесь 18 рядов. Вот от начала до конца. И в 19 ряду, здесь я это делала, в 6 ряду начинала, а здесь я буду делать в 19 ряду. Первое добавление. Их всего 5. Так, это значит, что в 19 ряду вот сейчас я буду делать это добавление. Здесь уже кромочную мы провязываем, помним, да, по узору. 1, 2. Так, 25 ряд. Так, добавляем 1, 2, 3. И это у нас 1, 2, 3, 4, еще один раз. Так, изнаночная, лицевая и изнаночная. В этот раз у нас начинается с изнаночной. И последний ряд с добавлением. 5 раз мы будем делать добавление. Последние петли. 1, 2, 3. Поворачиваемся. Вяжем по узору 2 ряда еще. Изнаночная, лицевая, изнаночная. В этот раз с лицевой. Мы еще вяжем этот ряд и следующий ряд вяжем. вот если смотреть вот так вот, смотрите, что у нас получается. У нас получается вот одна часть 23 петли и вторая часть 23 петли. Вот они сошлись в этом месте. Вот видите, сейчас мы будем их соединять. Каким образом? Вот этот как бы второй ряд я вяжу. Так, довязываю здесь вот 22 петли, провязала 23 петлю и первую, вот так вот я их соединяю. Нет, так, лицевая и изнаночная, здесь у нас лицевая и изнаночная, и вот так вот мы пошли. Потом вот эту ниточку мы здесь проденем красиво. И теперь мы вяжем 46 петель нашего полотна. Сейчас у нас 46 петель, всего 46. И я вяжу по узору сейчас все эти 46 петель. Продолжаем. Итак, я провязала вверх, девчонки, 38 рядов. Вот они мои 38 рядов. Итак, в сантиметрах ориентировочно, чтобы вы могли перепроверить сейчас на данном этапе. Это в ширину у нас. Вот все полотно у нас. 45 сантиметров. Ну да, одна петля. Так, и в высоту мои 36, видите, у меня здесь сантиметрик оторван, это 19 сантиметров. Итак, значит, у нас 46 петель, 45 сантиметров, здесь 38 рядов, 19 сантиметров. Вот, это понятно, да? Высоту у нас 2 петли, 1 ряд, в ширину у нас... одна петля 1 сантиметр, 2 петли 1 ряд, 1 сантиметр, 2 ряда 1 сантиметр. Так, теперь что мы сейчас делим вот эту вот всю нашу деталь на 3 части. Средняя у нас 16 петель, а 2 боковые по 15. Что я делаю? Считаю, вяжу по узору и считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Здесь одеваю маркер, хотя это не обязательно. Ну, я одену, чтобы вы понимали, как я буду это делить. Теперь я вяжу средние 16. Но для этого... Так, и далее я вяжу 16 средних петель. Для этого я провязываю 15 сначала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, а 16 мы провязываем по узору вместе со следующей петлей. Вот она, 15, 16 и 17 я провязываю. Тем самым у меня здесь осталось 14 петель. Проверяю. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Ну, 7, 2, 14. Поворачиваю. То есть вот это получается... Вот это третья часть, из которой мы уже украли одну петлю. Вот сейчас мы и будем воровать с каждого, как бы с обеих боковых частей по одной петле. Первую снимаю, далее вяжу 14, раз, два. Вяжу первую снимаю и далее вяжу всего 15 петель. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Опять 16-ю я убираю маркер, он уже не нужен, там будет видно. 16 и 17 я провязываю вместе по узору. Здесь у меня лицевой петлей, вот я и провязала лицевой. Поворачиваюсь. Теперь вот смотрите, у меня теперь здесь тоже 14 петель. По центру всегда остается 16. Их мы и вяжем, и забираем из боковых частей. Они у нас вот так вот будет всегда отделено. И вы не запутаетесь, кто новичок. Первую петлю снимаю. И далее вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И здесь изнаночной петлей 16 и 17 я вяжу вместе. То есть я провязала из центральной части одну петлю, а одну забрала из этих боковушек. Боковушки у нас будут уменьшаться. Опять вяжу 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. 16 и 17 провязываю вместе. То есть я опять взяла с боковушки одну петлю. И так далее. И таким образом я продолжаю. Каждый раз после 16 петли я поворачиваюсь и вяжу с другой стороны, как бы поворотными рядами, эти 16 петель. Снова и снова, забирая в конце каждого ряда по одной петле с боковых этих двух секторов, пока не уменьшится то количество, вообще не сойдет на нет количество боковых петель. Так, вылетело у меня. Значит, смотрите, у меня осталось боковых частей одна здесь, и одна с этой стороны. И вот видите, вот эта часть средняя, которую я вязала. Да, а эти у нас сокращались. Вот так вот это выглядит. И сейчас... мы сделаем вот этот вот как так называемый козырек, ну, который у нас на образце. Сейчас я последние петли провяжу, сокращу. На 16 и 17 последняя, видите, с этой стороны уже их нет. И сейчас еще изнаночный ряд, и остается по центру 16 петель. есть. Теперь мы продолжаем. Вот они, 16 петель у меня остались по центру. Здесь все уже сократились по ходу вязания центральных петель. Теперь что я делаю? Я еще продолжаю вязать эти 16 петель. Так, последнюю петлю. Теперь что я делаю? Это вот лицо у меня вот здесь вот. Я ее переношу на правую спицу, поднимаю, вот смотрите, кромочную петлю, одеваю ее на левую спицу. То есть, видите, последнюю петлю я не провязала. Здесь кромочная, вот она есть, эту мы не трогаем. Мы перед ней петлю поднимаем, возвращаем эту петлю, которую не провязали, и провязываем изнаночной. Далее поворачиваем, вяжу в обратном направлении эти 16 петель. Снова провязываю 15, 16 переснимаю, одеваю, вот смотрите, кромочную за заднюю стенку. В прошлый раз это было за переднюю, теперь поднимаю заднюю стенку кромочной, возвращаю эту петлю и провязываю их лицевой, 2 вместе. Поворачиваюсь, снова продолжаю таким же образом, вяжу 15 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 переснимаю, одеваю. Вот следующая кромочная, видите, за вот эту вот мы в прошлый раз прицепили. Берем следующую переднюю стенку, возвращаю эту петлю и провязываю изнаночные. Поворачиваемся. Снова вяжем 15 петель. Переснимаем, здесь поднимаем заднюю стенку, возвращаем и по узору здесь изнаночной, по узору лицевой провязываем. И еще вот 2 раза мы так сделаем, то есть 1 лицевой ряд сейчас. Переснимаем, здесь у нас за переднюю стенку изнаночной провязываем, и последний ряд. То есть всего эта манипуляция у нас повторилась 6 раз. 3 ряда лицевые, 3 ряда изнаночные. снимаем за заднюю, шестой последний раз и провязываем вместе. Все, вот наш как так называемый козыречек, он у нас завернулся, видите, сбоку выглядит вот так вот шапка, то есть она подвернулась сюда на лобик. И сейчас можете спицами, я возьму крючок все-таки и крючком все петли закрою. Пряжа толстая, поэтому я решила крючком. И по большому счету, если смотреть на оригинал, то это все. Но я сейчас подумаю, возможно, я его обвяжу крючком. А возможно и нет. Вот смотрите, вот сейчас у нас получается то, что нам предложил оригинал, да, вот что мы увидели на картинке. Еще пуговицу. Но у меня стойкое желание. Тут следим, девчонки, чтобы было достаточно эластичным, но и не растянутым. Так, последний. Так, и здесь. Я просто вот эту нить сейчас. Теперь вот нам нужно вот здесь вот я уцеплю за вот эту вот ниточку и подцеплю этот наш край. Вот и отлично. И теперь все, которые нитки гуляющие у нас, я вот так вот сделайте, да, кончик растрепыш и уведите все во внутреннюю часть вязания. Потому что пряжа это толстая, поэтому вот так вот лучше всего сводить все на нет. Тогда нитки не будет, во-первых, грубых узлов. И при соединении вот так вот я делаю. То же самое делаем вот здесь, вот внизу. Я как бы закрепляю эту часть ниточки и увожу ее тоже. Итак, финальный аккорд нашего капюшона. Крючок у меня 3,5 миллиметра. Я продеваю вот эту вот нить. Кстати, я ее тоже как бы пытаюсь подраспустить, чтобы свести на нет это все дело. Вот. Так, здесь то же самое. И все-таки я решила ее обвязать крючком. На мой взгляд, это будет намного симпатичнее, законченнее. Вот так, наизнанку. Где у нас изнанка? Вот с этой стороны. Я продеваю эти кончики. Далее. Пришиваю пуговицу. Так. Берете пуговку подходящую и на вот эту левую сторону Вот, кстати, вы померьте по себе, я не буду говорить как. Вот. Ну, вот так вот, чтобы у вас это все застегнулось в такой вот как бы чепчик. Померите, где это. В оригинале пуговица здесь. И вот здесь вот я пришью пуговицу. Не здесь, как в оригинале, а чуть выше. Итак, как же я буду обвязывать? Я снова беру вот эту вот нить, распускаю ее, опять же, ну, кончик. Вот. Беру крючок и начинаю вот отсюда, из угла. Я вдеваю в последнюю кромочную и вот так вот вытягиваю петлю и далее вяжу цепочкой, подхватываю обе вот эти нити и ввязываю ее, как бы, чтобы хвоста не было. Вяжу за кромочной цепочку крючком. Вот, а здесь вот, вот таким вот образом я... как бы вывязывая из каждой петли. Но вот здесь вот по горловине я немного как бы подтягиваю, то есть утягиваю, чтобы было плотнее. Если здесь вот свободно, то здесь потуже по горловине, потому что здесь у нас петли и плотность у нас здесь больше. Вот видите, я как бы стянула этой цепочкой краешек, придала ему как бы стабильности, еще я ее, его, этот край еще паром проработаю. Так, здесь я вот дохожу до кромочных. И здесь уже начинаю послаблять. Здесь мне нужно как бы свободно. Вот уже подтягиваю больше. Можно взять толще крючок. Там, где мы идем по рядам, по кромочным, то мы послабляем. Где мы идем по петлям, то мы утягиваем. Я думаю, это... понятненько. Вот я уже перехожу на петли. Здесь я буду вязать потуже, потому что это петли. Есть, поворачиваю здесь на кромочный и здесь тоже подтягиваю, то есть свободнее вяжу. Если вы меняете крючки, то здесь крючок толще, потому что это кромочная. Вот так, да, кстати, мне нравится, это получается законченным, таким завершенным. И тем более вот мне не нравилось, как смотрится вверху, какое-то оно несовершенное. Вот я дошла до козырька, и я перехожу вот прям сюда, вот так вот, и по каждой петле чуть подтягиваю, но здесь вот поменьше я подтягиваю, потому что здесь оно, видите, то есть я этот козырек вот, который он загнут. Я его завершила, потому что, я говорю, у меня было ощущение незавершенности. Сейчас я ее завершила его. Вот он. Перехожу снова на боковушки, вот козыречек, и на боковушке снова подтягиваю, то есть посвободнее, по кромочным. Так, вот. Дошла до конца. Теперь здесь я по каждой петле подтягиваю, и все, мы прошли по всему кругу этой цепочкой, и мы завершили это все очень красиво. Мы поставили финальную точку, как по мне. Вот здесь я отрезаю. Снова край мне нужно как бы так, все, чтобы сошло на нет у нас. И в последнюю, первую вернее цепочку вот таким вот образом. Все. Здесь делаем то же самое, продеваем эту нить, и у нас все, девчонки. Вот на этом все. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока. Всем пока.